Друзья, вот и прошли все летние экзамены, а вместе с ними раскрылись карты нашей истории, моей истории и истории моего учителя Арнеса Анжестина. Вы должны понимать, что такого еще не было никогда. Никогда мы еще не говорили так открыто о этих вещах. А про Арнес, скорее всего, даже мои старые ученики знали далеко не все. Теперь вы знаете. И вы, скорее всего, намного лучше теперь понимаете, как рождались наши практики. Как к ним приходило общество, наша планета. Как они передавались и почему сейчас внезапно стали достоянием общественности. Теперь, скорее всего, вы также понимаете, что наша школа, по сути, единственная, что получила разрешение преподавать левитацию в открытую. Такого не было ни разу за всю историю человечества. Потому что какие знания хранились там, откуда вышел Арне. Теперь вы понимаете, это намного лучше. И по традиции, в эту осень мы запускаем нашу базовую льготную группу. Группа будет заниматься по классической программе «Телекинез, пирокинез, левитация». Я должен вам сказать правду. Я не обещаю, что вы дойдете до конца. Я учился у Арне более 3 лет. И это был личный контакт с учителем. В онлайн мы не можем сделать такой контакт. Но каждый из вас прикоснется к этим практикам. Ваша жизнь гарантированно изменится. Почему? Все очень просто. Телекинез не дается без сильнейшего развития интуиции, визуализации, работы с полем предмета. Пирокинез не дастся вам без настроенных чакр и медитации, умения управлять энергией в своем организме. А левитация не получится без баланса во всех сферах, и в прямом, и в переносном смысле. Если вы будете упорны, вы сможете освоить это, но даже если вы просто пойдете по этому пути, ваша жизнь никогда не будет прежней, она будет намного лучше, глубже. Приходите ко мне, приходите в нашу базовую льготную группу, двери нашей школы открыты для вас. Для записи пишите, пожалуйста, по ссылке под этим видео. Мы скоро начинаем занятия. Ваш Эрнст Ветер.